кулики. Это как парень между двух кучек. Какой крутой кадр. Привет всем! Это первый выпуск новой рубрики «Велотюнинг», который посвящен обклейке велосипеда вот такой пленкой. Мы не только как клеим эту пленку, это велосипед моего оператора, который смотрит тут, и просто всю протираете, чтобы скотч лучше лег, прилип. Так будет меньше шансов, что он будет отклеиваться там. Вот. И после того, как вы обклеили тщательно, ну не так, как я сейчас, а более тщательно. Далее начинаем заклеивать. Вначале заклеиваем самые мелкие детали, это рулевой стакан, вот эти перемычки, посидельную каретку, потом посидельную трубу, и потом стелья и трубы. То есть сначала делаем мелкие детали, а потом большие делаем внахлёст, делаем для того, чтобы они легли внахлёст. То есть тут мы делаем такой зазор, будем делать, а сверху будем уже накрывать. Итак, вначале заклеиваем рулевую.